Столичный гандбольный клуб «СКА» в канун Дня Великой Победы запланировал целый ряд благотворительных акций. Сперва средства, вырученные от очередного матча тура чемпионата Беларуси по гандболу, пошли на благотворительность. А сейчас клуб решил лично поздравить ветеранов войны со знаменательной датой. Игроки клуба и тренеры собрали небольшие подарки для героев войны, поздравили их прямо у них дома. Конечно, для этих людей нужно делать все. Вот мы провели буквально недавно матч благотворительный «СКА-Минск-Брест». Вот, вся выручка пойдет на оздоровительное мероприятие этих людей. Вот сейчас закупили мы 70 подарков и будем развозить ветеранам, поздравлять их с этой великой победой. Нежданным визитом Николай Мазухин, конечно, был приятно удивлен, а вот гость оказался ему знакомым. Ветеран войны еще во время своей молодости болел за гандбольный клуб «СКА». Когда этот клуб «СКА» Минск был на вершине славы, тренером был Спартак Миронович, а Коршакевич, вот что мне сейчас вручал подарок, был игроком. Насколько я помню, он был нападающим с правого края.